скоростной, наверное. Мы едем, то господи, 60 километров в час. А я думала, это скоростной поезд. Он шел быстро, а сейчас что-то почему-то меньше стал. Завтра в 7 часов вечера только приедем. В Москве, да? Да, нам еще завтра целый день. Так что потерпите уж. Сегодня ночь переночуем, выспимся. А там чуть-чуть такой, там на месте. Чуть-чуть. Вот в это время только сейчас будем подъезжать. Ну да, полседьмого уже тянусь. А нас встретят там? Встретят тебя. Этот же парень. Ну откуда я знаю? Этот не этот. Откуда мне знать? Вер встречу, да. А встретят, довезут тебя, не переживай. Да нет, я могу пешком дойти. А, пешком наш чемодан. Пешком. Просто ну, там расстояние. Особо не большое.